По меньшей мере 19 человек погибли за последние сутки в результате перестрелки между пограничниками Индии и Пакистана в Кашмире. Среди жертв есть женщины и дети. Стоит отметить, что эскалация в отношениях двух стран началась после инцидента на линии контроля в Кашмире 29 сентября. Тогда Индия сообщила, что провела контртеррористическую операцию, нанеся точечные удары по базам террористов на контролируемой Пакистаном территории. В свою очередь, Пакистан заявил, что это была пограничная перестрелка, в результате которой погибли двое пакистанских военнослужащих. Это произошло спустя полторы недели после нападения боевиков на индийскую военную часть в Кашмире. Тогда погибли 19 солдат.